мы знаем, как тяжело в нашем мире найти настоящих друзей. Иннокентий, передай Борису, что я люблю его. Друзей, которые всегда поддержат вас и никогда не подведут. Эта шлюха просила передать, что больше не любит тебя и улетает на Карибы с твоим другом Джоном. Рады представить вам деда Иннокентия. Деда, который станет лучшим другом для вашей семьи. Дед Иннокентий — веселый и добродушный дед. Если не хочешь Эмилию, можешь быть со мной. Поможет найти общий язык с вашими детьми. На самом деле, я мальчик. Знаешь, что делают голодающие дети в Африке с девочками, обмазанными куриным жиром и одетыми в костюм шашлыка? Дети любят и слушаются его. Дед Иннокентий! Он поможет вернуть былую страсть вашим отношениям. Передай Нике, что она прекрасна. Этот пердун сказал, что тебе к лицу свинцовый гроб. С ним у тебя будет меньше шансов выбраться, когда он захоронит тебя живьем ради одинокой одноглазой сингапурской проститутки с английским именем Элизабет, которая на самом деле мужик. Александр, это правда? Да. Дед Иннокентий! Иннокентий всегда разделит ваши интересы и будет рад поболтать о них. Быстро переключил канал, скоро футбол начнется. Быстро, я сказал. Дети все сюда, ваш отец смотрит порнуху с педиками. И не забудь мне пиво принести, педрила ёбаная. Дед Иннокентий! И это еще не все. Также Иннокентий умеет разговаривать на немецком языке. Умеет имитировать ворону. Каркар, уроды! Сталина! Расстрелять! Бедного прыщавого студента! Свободная касса! Твой носок! Где я? Одним словом, прекрасный дед! Заберите его кто-нибудь, мама, что так не может!